вторая серия про утепление брусового дома утеплителем Типофол. По низу у нас все Типофолом, Типофолом у нас идет и наверх, а вот как раз стены на втором этаже, которая выходит в крышу, она каркасная, она утеплена минватой, и сверху потолок тоже утеплен минватой. Что ж, у нас вечер, приехало оборудование, приехал тепловизорщик. Устанавливаем аэродверь, надуваем, проверяем. Все шикарно. Не похоже на брусовую стену. Вообще, да, не похоже вообще. Учитывая то, что здесь зазор, подшивку делаем, да, зазором. Угу. Ну, сама стена вот, вот здесь без... примыкание, вот этот угол холодный, да, то есть он продувается. Угу. Вот. А на какими-то кусками? А вот здесь вот кусок как бы вообще теплый, до пола получается. Здесь под окном все тепло, да? Да, тянет. Да. Угу. Посмотреть, насколько теплая стена, вот она вот выполнена, да, вот уже видно, что стена теплая, стык, край вот этого утеплителя, да, угу. Туда воздух затягивает, попадает в простенок. Вот стена. Вот она равномерная. Даже простенок сам по себе, он уже, там воздух не гуляет. Угу. Вот он теплый. Угол эркера, углы эркера не светятся. Такой же температуры, как посередине. Угу. Это ничего, я такого не видел. Поднялись. Печальный, здесь, смотри, здесь наружная стена типофолом, а боковушки минватой. Да. Справа тепло, слева такой, прям до стойки вертикальной, первой левой, да, вообще все продувается.